Уважаемые коллеги, хотел бы особо отметить еще один важный вопрос. Организовывая работу системы здравоохранения на местах в это непростое время, прошу вас избегать ситуации, про которые в народе говорят: одно лечим, а другое калечим. Концентрируя все усилия на борьбе с коронавирусом, мы, конечно, не должны забывать о людях, которые болеют другими тяжелыми заболеваниями, требующими пристального наблюдения и постоянного лечения. Прошу вас обратить на это особое внимание и не создавать ситуации, когда людям будут отказывать в медицинском обслуживании. Это жизненно важно, и от нашей с вами готовности зависит жизнь и здоровье тысяч людей.